Всем привет, друзья! С вами DigiZem. Сегодня покажу, как установить плагин Hot 4D в программу Cinema 4D в версию R25 и S26. Скорее всего, он же будет работать и в следующей версии в R27, которая выйдет осенью. Кто еще не знает, плагин Hot 4D был создан для программы Houdini и переделан для Cinema 4D. Он позволяет пользователям быстро создавать реалистичную водную поверхность моря или океана. Я не следил особо за этим плагином, знаю, что долго не было его обновления, но недавно нашел версию плагина Hot 4D для новых свежих версий Cinema 4D. Этот плагин вы сможете скачать по ссылке в нашем телеграм-канале или в группе ВКонтакте. Все ссылки я оставлю в описании. А как его установить? Смотри это видео. Погнали! Сначала покажу установку версию S26, у кого-то она записана как R26, а потом версию R25. Для чистоты эксперимента показываю, что плагин Hot 4D у меня не установлен в программе Cinema 4D. Чтобы быстро найти папку, куда будем устанавливать плагин, заходим в Edit, Preference и внизу нажимаем на кнопку Preferences Holder. Заходим в папку Plugins, у меня пока в ней ничего нет, копирую путь к этой папке, выхожу из программы, вставляю скопированный путь в проводник, далее нужно скопировать папку Hot 4D, которую вы распаковали из скачанного архива. И вставляем в папку плагин с программы Cinema 4D. Друзья, напишите в комментариях, установился у вас этот плагин, работает или нет, так как были проблемы у людей с установкой предыдущих версий. И напишите, как он вам в использовании. Снова запускаем программу. И во вкладке Extension видим установленный плагин Hot 4D. И давайте проверим его работу. Добавляю его в Play, изменю настройки. И запускаю симуляцию. Как видим, все работает отлично. Ну и покажу простой пример проекта с этим замечательным плагином. И теперь переходим к установке в версию R25. Так же, как и в первом варианте, через Preferences Holder заходим в папку Plugins программы Cinema 4D R25. Копируем и вставляем папку с плагином Hot 4D. Запускаем программу. И во вкладке Extension также наблюдаем установленный плагин. И проверю его работу. Вот таким образом, друзья, вы можете установить этот классный плагин и создавать шикарные проекты с его помощью. И не забудь подписаться на наш канал Telegram, где выкладываются свежие новости из мира 3D, обновления программ и технических комплектующих. А также присоединяйся к чату, где мы делимся опытом и помогаем друг другу. Если это видео было тебе полезно, не забудь поставить лайк, подписывайся на этот канал и канал Rutube, где видео выходит раньше, чем на YouTube-канале. Всем удачи! С вами был DigiZem.